брускодержатели. Вот такой хунгалове. Но без хунгаловок сделано для Казахстана. Поэтому все они толщиной брускодержатель с клееным бруском 16 мм. Поэтому не гарантирую точность и прецизионность у них. Будут сами как-то добиваться. Они просто попросили вклеенные брускодержатель, бруски. Номера тут уже до одного места. Ничего не притиралось. Хунгаловы не было в наличии. Хунгалова на далеком расстоянии. Поэтому на их страх и риск они будут притирать бруски с брускодержателями чистовые. Раньше они брали черновую хунгаловку и решили так. Надоело им нулевкой или еще что-то финишировать. Решили с чистовыми брусками финишировать.